Сезон дождей у нас завершается. На этой неделе их больше не будет. На следующей снова будет лить, но недолго. Когда окончательно разойдутся тучи и какой будет погода на Пасху, знает Инга Гудель. Дождь, дождик, дождище, ливень и иногда даже снег. За последние две недели осадки у нас выпадали в любом из этих вариантов. Бонусом ко всему этому похолодание и сильный ветер. Такое убойное сочетание. Ну а спасибо за такую вот не совсем апрельскую погодку, можно сказать, двум антициклонам, которые устроили настоящую ловушку для циклонов, не давая им покинуть нашу территорию. Балканский циклон, который выходил с юга Европы через Румынию на Черное море, был заблокирован этими системой антициклонов. Вот сейчас в данный момент он находится над Молдавией. Мы находимся в его теплом секторе, поэтому у нас снега нет, а по северу Молдовы есть. Ну, с этим циклоном покончено, завтра он исчезнет, так что на выходных вполне комфортное, плюс 13 и без осадков. Но радоваться рано. Во-первых, заморозки в расписании останутся, а во-вторых, циклоны про нас не забудут. Очередной ждем во вторник. Это значит снова дождь. Правда, всего на пару дней, да и похолодает у нас не очень сильно. Ну а потом температура рванет вверх, так что к следующим выходным есть все шансы достичь практически летних значений. С Африки выходит гребень азорского антициклона. Будет спровоцирован приход к нам воздушной массы с юга Европы. Поэтому температура воздуха во второй половине недели к выходным дням начнет подниматься, и там уже есть все шансы достигнуть и даже превысить 20-градусную отметку. Ну а теперь о пятнице. Завтра днем у нас до плюс 8, будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-8 метров в секунду. А ночью до 2 тепла, по северу заморозки до минус 1. Ночью и утром местами туман. А послезавтра у нас по-прежнему без осадков и станет еще теплее. Инга Гудель, Дмитрий Ягодкин и Игорь Мацота. ТСВ.